Недавно в ряде новостных изданий появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк вернулась домой из клиники, где проходила ее реабилитация, оказавшаяся безрезультатной. Судя по всему, Заворотнюк ждет экспериментальное лечение в США, так как российские врачи не сумели поставить народную любимицу на ноги. В прошлом уникальные методы западных врачей пусть не вылечили, но все же подарили некоторое время певице Жанне Фриске. Успешная карьера в кинематографе сделала Заворотнюк достаточно обеспеченной женщиной, поэтому ее супруг Петр Чернышов, достигший немалых успехов в фигурном катании, вряд ли будет экономить на лечении Анастасии, пусть это и будет лишь один шанс из тысячи. Однако, лечение в США может быть отложено, если нынешнее состояние актрисы является критическим, ведь в таком случае перелет может оказать слишком пагубное воздействие на и так ослабленный организм звезды. После съемок в сериале «Моя прекрасная няня» к Заворотнюк пришла любовь миллионов фанатов, поэтому верные поклонники Анастасии до сих пор безуспешно пытаются связаться с ее семьей, беспокоясь за своего кумира. Близкие Заворотнюк настойчиво хранят молчание, явно стараясь не разглашать печальные новости раньше времени, что лишь усилило бы нападки журналистов. Ставь палец вверх, оставляй комментарии, подписывайся на канал. Будь в социуме.